Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то пришла зима. У нас на улице минус 20, а мы с вами рисуем медведя на коньках. Альбомный лист мы разделили на две части и на одной половинке рисуем. Желательно бумагу, конечно, брать акварельную, плотную. Итак, медведь у нас располагается по центру. Мы его разделили как бы на две части. Центральный такой большой толстенький животик, снизу ножки и небольшая голова с шапочкой. Ножки у нас будут в валенках, поэтому мы их нарисуем такими обычными валенками и снизу лезвием, коньки-валенки такие. Потом красиво еще раскрасим. Еще у нас второй конек. Видите, такой фигурист. Конек будет немножко в сторону. Поднял, делает какое-то танцевальное па. Одна рука будет в одну сторону. Заканчивается лапка будет тоже варежкой. Зима все-таки на улице. И вторая рука тоже будет заканчиваться варежкой. Только в другую сторону. Нарисуем Мишке шарфик. Шарфик у нас будет красивый, полосатый. Нарисуем мордочку и шапочку. Вот у нас набросок готов. Теперь наметим место, где будет елочка в сугробе. И приступаем к раскрашиванию акварельными красками. Я взяла самый темный синий, который у нас был в комплекте. Вот как-то он не очень синий. Но надо вот максимально насыщенный цвет взять и с него прям начать. И потихонечку, добавляя воды, растягивать его по направлению к самому мишке. То есть такой темный у нас контур получается. И в серединку добавляем либо этот же свет размытой водой, либо можно взять другой оттенок. У меня такой голубоватый есть еще цвет в наборе. И им можно ближе к медведю вот эту область закрасить. Теперь мы будем творить волшебство. Пока не высохла краска, беру соль, какая была в доме, такую и взяла, и насыпала вот на мокрый, не высохший еще пигмент. Соль образует такие красивые разводы, пятнышки. Вот когда уберу, увидите. Попробуйте, это интересно. Теперь я раскрашиваю лед. Тут, конечно, можно по-сырому любые цвета использовать. Все оттенки голубого, какие-то там звездочки светит, еще что-то. Вот я добавляю немножко фиолетового, ну, так чуть-чуть здесь. Можно розового, желтенького, ну, тут на ваше усмотрение. Когда влага еще осталась, надо еще немножечко посыпать солью. Но обязательно нужно дождаться, пока соль высохнет. Иначе не получится того эффекта, который мы пытаемся получить. Теперь беру белую краску. Прям белую, которая есть у меня в наборе. Ну и пробую ей закрасить сугроб. Ну, если честно, как-то он не очень хорошо
получается, поэтому я тут немножко схитрила, взяла гуашь. И вот этой гуашью уже сугроб сделала немножко получше. Можете тоже воспользоваться более плотной белой краской, чем в акварельных красках. Вот она, соль подсохла. Пытаемся ее отодрать. Пальцем, может, этого не надо делать. Может быть, какую-то губку взять или еще что-то жесткое. Ну вот, от нее остается след, который придает такую неоднородность интересную. Ну, можно солью и не посыпать. Теперь рисуем елочку самой обычной зеленой краской. Ну и чуть-чуть добавим разведенной гуаши. Приступаем к раскрашиванию самого медведя. Решила нарисовать ему красные варежки и красные валенки. Вы, конечно, можете свой цвет подобрать, но вот мне решилось как-то вот так. Все у нас будет красным. Красная шапка. Ну, конечно, в сочетании с зеленым. Это типичные такие новогодние цвета. Красный, белый, зеленый. Я думаю, будет неплохо смотреться. Помпончик. Чтобы сделать его лохматым, нарисуйте такие небольшие лучики. Так кубочек пушистым смотрится. Ну и теперь осталось раскрасить зеленую шапочку и зеленым раскрасить шарфик. Теперь осталось нам обработать контуры гелевой ручкой или капиллярную черную ручку берем и аккуратненько, не жестко, прям отдельными короткими штрихами обрисовываем весь наш рисуночек. Удачи вам, творите, оставайтесь с нами. Всего вам самого-самого доброго, самых лучших, самых снежных дней в году.